Настя, Полина, Артемий, Иван и Егор. В семье Вальковых пятеро мальчишек и девчонок. Самый старший 16, младшему всего 4. Социальные выплаты на детей семья оформила еще в прошлом году. В этом, когда изменились правила, размер денежных пособий стал выше вдвое. Помощь, конечно, хорошая, тем более на двоих детей, да даже если на одного ребенка. У меня старший по репетиторам ходит, в кружки, младший к логопеду. На борьбу мальчишки ходят, то есть, на них большинство уходит. От 50 до 100% от регионального прожиточного минимума. С 1 апреля выплаты на детей от 3 до 7 лет начисляются по новым правилам. Теперь размер материальной поддержки варьируется в зависимости от общего дохода семьи. 83% заявителей в этом году получили выплаты в повышенном размере. На прежнем уровне остались всего 8% обратившихся за денежным пособием. Есть и те, кто потерял право на выплаты. Из 8 000 заявлений, которые были, по которым был принят отказ, большая часть, от 49%, это, конечно же, превышение дохода, вот этих вот 10 642 рубля. 30% – это отсутствие трудовых доходов. Помимо желания работать, сегодня при рассмотрении заявления обратят внимание на количество квартир, машин в собственности и наличие денег на вкладе. Например, семья по официальным документам имеет небольшой доход, но при этом владеет несколькими квартирами, Лексусом, и в банке у них 3 миллиона рублей. Семья такая, конечно, денежных выплат не получит. А вот для получения единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на первоклассника доходы семьи не важны. Оформить матпомощь можно с июля, получить в августе. С 1 июля изменится и пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности. Оно станет больше и ежемесячным. С беременностью 12 недель, то есть с этого срока будет предоставляться пособие. Размер его также 50% прожиточного минимума. Предоставляться он будет тоже малообеспеченным беременным женщинам. Оформить выплаты можно, как и прежде, через портал государственных услуг или МФЦ, а также обратившись в соцзащиту по месту жительства. Екатерина Терещенкова, Юрий Давыдов, репортер 73.